Всем привет, ребят! Сейчас посмотрим нашу уважаемую группу Династии. Я не помню, куда дарили, в начале или в конце, если честно. Вот. А у них вышел новый клип, The Vibe называется. Там у Саши на канале там писали, это, по-моему, как типа объединяет все, весь их альбом, что ли. Я уже точно не помню, переходите к Саше на канал, там можно почитать комментарии. И на мой приходите. Которого нет. Которого нет. Вот, мы сейчас посмотрим. Династию я обожаю, мне очень-очень нравится. Такая группа классная. И вокалист тоже. Ладно, давайте приступим к просмотру. Что ты хотела сказать? Of a mind that's broken, fading away. When our heart is open, see your place of beauty shining in your darkness. See your place of beauty shining in your darkness. There's dark emotion, cynical sides of a mind that's broken, fading away. When our heart is open, see your place of beauty shining in your потому что мне мелодия понравилась. Прям офигенная. Мне очень-очень нравятся такие клипы, потому что это как будто ты... А еще даже нравится в
высокие голосы. Нет, это сарказм был. Вот, это... Да, мне нравятся такие клипы, эта тема, то, что ты как бы там как будто за кулисью смотришь, как это создается, как это записывается. Ну, не знаю, но мне лично это такое интересно смотреть, как вот это между собой музыканты работают, когда там бас записывают, когда гитара, там, когда вокал присутствует, не присутствует они между всеми вот этими записями. Вот это мне нравится, такая кухня. Это что-то, таинство такое интересное, создание музыки, вот. Это я бы сказала по клипу. Захотелось сериал «Кухня» пересмотреть. Вот. А ты что скажешь? Клёвая мелодия, мне нравится, мне все нравится. И голос мне нравится. Да, классно. Вот. И как бы сказала Даша, волосы у нее красивые. Почему-то в этом сочетании именно «Династии» мне нравится Power Metal, но это не тот Power Metal, который я не очень люблю. Здесь он немножко другой, и тоже голос самое. Я не люблю сильно высокие голоса, но почему-то вот здесь в этом... Любит она все. В этом сочетании мне нравится. Я не знаю, это как-то... Ты не можешь выбрать музыку, потому что вот одна тебе нравится, такая нет, это уже как-то подсознательно, наверное, происходит, то, что тебе понравилось, а что-то нет. Надеюсь, вы поняли мои объяснения. Давайте подсадим Дашу на IC Stars. Что это такое? Ну, это там... я поняла, нет. Там, где вокалист такой, понимаешь, высоко прям там находится. Я поняла, поняла, я вспомнила. Кстати, они, я там видел... Там альбом записывают. Угу. Спустя сколько там? Лет 6-7, сколько там прошло? Так сидел. Не надо. А у Династии, кстати, выйдет новый альбом скоро. Вот. Покупайте. Надо будет послушать и сделать на него обзор. Да, я вот сделаю. За клип я ставлю 10-10. Мне, кстати, понравилось то, что вот это основная часть. Захотелось на барабанах поиграть уже наконец-то. Основная часть такая черно-белая, а вокалистами цветным, не знаю, это классно сделано, мне вот прям понравилось их сочетание, какое-то необычное, интересное. Вот, за клип я ставлю 10 из 10, за музыку 10, за голос, за стиль, за все 10 из 10. Я тоже ставлю 10 из 10. Пожалуйста, скиньтесь мне на клавиатуру. Максим сегодня просто пролил чай и все, клавиатуру больше нет. В общем, всем спасибо за просмотр. До скорых встреч в новом видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии, оставляйте комментарии. И также все ссылки внизу канал, внизу фан-бокса, инфобокса. Поэтому всем спасибо, всем пока. Пока. Я бошку решила сделать. Я вот этого сделал.